Больше 8 тысяч казахстанцев с хронической почечной недостаточностью сегодня нуждаются в процедурах диализа. Ежегодно государство выделяет почти 40 миллиардов тенге на поддержание жизни таких пациентов. Об этом говорили на международном образовательном симпозиуме врачей-нефрологов и младшего медперсонала в Алматы. Кроме казахстанских специалистов, в мероприятии приняли участие их коллеги из России, Беларуси и Кыргызстана. 2 года назад в нашей стране создали казахстанское диализное общество. Сегодня участниками этой организации являются 169 профильных медиков. В течение 2 дней они обменивались опытом с коллегами. Главная цель симпозиума – повысить уровень знания и профессиональной подготовки врачей-нефрологов, чтобы эффективнее оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеванием почек. К сожалению, сегодня в стране более 8 тысяч пациентов получают диализную терапию. Среди них около 100 детей получают эту терапию. Страна тратит колоссальные, миллиардные затраты на содержание этих пациентов на диализе. Поэтому задача нас, нефрологов, улучшить качество оказания, улучшить качество жизни пациентов.